Мариночка, привет. Привет. Здравствуйте, проходите. Марин, ну что, мы с тобой сегодня хотим почиститься. Прошу тебя, проходите, сажись, встретись. Какой мы с тобой мультик хотели бы посмотреть сегодня? У тебя есть какие-нибудь? Книжки? Ну, давай. Сегодня у нас чуть-чуть получше почищенные звуки, чем в прошлый раз. Мы молодцы. Дыши носиком, мой хороший. Щекотим дюсеньки немного. Уже почти все, что с нашими дверными местами почистим. Там между зубиков есть маленький кариес. Помнишь, мы с тобой показывали его, смотрели? Вот, чтобы этот кариес почистить, нам нужно будет чуть другую щетку. И когда там внутри мы начинаем зубы чистить, то иногда микробики покусывают зубы. Они так делают чик-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 чик. Чтобы микробы не щипались, не кусались, у нас есть специальное волшебное варенье, с помощью которого мы замораживаем зубы. А сейчас попробуем пряника на зубик поставить. Марина, это колечко чуть давит. Чуть давит. Ну, совсем немного. Но если что-то будет сильно, говори нам, а мы сразу же его уберем. Хорошо, мы просто хотим поставить, показать тебе истину. Открываем шагу. Ставим колечко. Это зеленый плащ супергеройский. Натягиваем на маленькую рамочку. Это называется заизолирование. Видишь, зубик, он теперь только один. Когда мы его чистим, вся водичка у нас здесь ставится в платочек. Мы потом соберем ее и выкинем. Ты знаешь, что вот феям, для того, чтобы было волшебство, им нужен волшебный порошок, как он на крылышке садится, чтобы хорошо летать. У нас тоже есть этот порошок, только в виде специального воздуха, очень вкусного. Мы его дышим для того, чтобы чуть-чуть летать, чуть-чуть быть храбрым, как ледяные феи. Ледяные феи очень храбрые. Вот. Этот воздух наш вкусный идет через такую масочку, очень интересную. Вот мы попробуем сейчас с тобой применить ее на носик. Хорошо? Обратненько ставим на носик. Осталось последнее наше. Мы помажем старые зубы, чтобы они были крепкие. Полчасика не будет, потом можно жить обычной жизнью.